Так, друзья, у нас трехпалубник задание. Я уже на коне, точнее на квадроцикле. Мне пришлось только что заново выслушать задание. Задание компании. И сейчас отправимся на гребаный аванпост, который я в тот раз не смог захватить. Сейчас. Ну, нам просто необходимо запастись боеприпасами. Вот. Так, ребяточки, вы не против? Видите, да, они принимают меня за своего, потому что у нас своя наша одежда. Так, мы берем листик, как видите, аптечек у нас мало, хотя, кстати говоря, состояние предметов надо посмотреть, может быть, я просто их... Да, смотрите-ка, изготовить, о, а, все, почему-то нельзя, ну, видимо, сумка переполнена, блин, это из-за грёбаных вот этих снадобий для охоты, 8 есть, обалдеть, как их выкинуть? Применить, приписать к ячейке, блин, они мне не нужны, почему 2 есть, янтарный лист, их надо убрать. Они мне не нужны. Боевые стимуляторы, видите? Давайте, я не знаю, я из рюкзака, вроде бы я их убирал, смотрите. Янтарный лист. Да, его здесь нету. Но стимуляторы у нас эти есть. Как выкинуть, я не знаю. Единственный способ это, мне кажется, применить их. Отпугивать животных. Это пофиг, оставим. Вот. Сколько у нас их? Ну, давайте... применим. Ну, потому что я не знаю другого способа их расходовать. Как еще? Вот еще применим. Ну реально, ну я просто не знаю. Как еще? Они мешаются очень. Ну, единственное, может быть, это в магазине продать. Ладно, зайдем в магазин, посмотрим, может там какой-то вариант есть. Итак. Двигаемся. Твою-то дивизию. Смотрите, медведь. Он нам может серьезно помешать в захвате аванпоста. Но ничего, мы, я думаю, справимся. Самое главное не шуметь. Реально, стоп. Блин, да он... Блях, ты, по-моему, меня засек. Ну, единственное, слушай, а мы же РПГ с собой возьмем в следующий раз. А, так это самое, я знаю, что мы сейчас делаем. Создание предметов, снадобье для охоты, вот. Отпугивать животных. Все, применяем. До свидания, медведь. Теперь он нам ничего не сделает, да? Или сделает? Стоп, почему? Может быть, на круп этих не работает? Снадобье для охоты... Акулы крокодилов. Ну, я же применил. Или не действует пока. А, все, понял. Типа надо, чтобы он близко подошел. Это круто. Да, видите, он боится. Правильно, правильно, на них беги. Давай, давай. Отлично. Давайте за ним пока пойдем. Давай, нападай на них. Опа, меня чуть не засекли. А вы знаете, почему мне не особо нравится эта винтовка? Мне нужна другая. Потому что я боюсь, что она не будет ваншотить на этих людей. На наших новых врагов. То есть, мне кажется, у них будут мощные какие-то бронежилеты. Мне это не очень нравится. Ну, точнее, мне так кажется. Вот. Поэтому мне нужна более мощная снайперская. Ну, единственный вариант это проверить. Так. Что, всех сожрал? Да не, не может быть. Так, одного мы замочили. Ну, я знаю, что это запретная зона, но у меня других вариантов. Блин, а мы... нет, он не мог их замочить, по-любому. Так что давайте сейчас используем репеллентик. На кой они нам нужны, по сути, да? Согласитесь. Так, а вот у нас 0. Голубой листик нужен. Ну, собственно говоря, можем его изготовить. Вот. Далее, боевые стимуляторы у нас усиление чувств. Изготовить и... Нет, спасибо. И... Я применил, отлично.
разрушены на бойте с той стороны. Потому что, как я вижу, здесь никак... А, вот один есть, засранец. Ёвкарный карась. Он наверху, оказывается. А я-то думал, внизу где-то. Значит, с этой стороны еще обойдем. Вот они здесь. Отлично. Ну. Так, вот там, видимо, в доме тяжеловес. Так, ну что, здорово. Так, какая наша текущая свинка вроде, да? Что у нас сейчас за позиция? Какая тактика наша будет сейчас? Значит, я предлагаю... Так, а что у него за пушка? Автомат. Значит, я предлагаю снять сначала вот этого. Только как-то это надо сделать незаметно, потому что в тот раз, помните, он... Они запалили. Там опять пещера, что ли, какая-то, походу, да. Они в тот раз запалили то, что я его убил. Не знаю, каким образом, но... Да, у нас не получилось захватить. Но я надеюсь, это все ребятки. Так, сейчас мы подождем, пока он уйдет назад. Это... Надеюсь, это он свистит. Больше здесь вроде никого не должно быть. Ну чё, вот, наконец-то он идет назад. И сейчас мы постараемся как-то... Если те нас не заметят... Блин, мне такой щит... А, он на меня даже смотрит. Надо затаиться, не шевелиться. Я не хочу убивать сейчас, потому что они могут заметить. Мне почему-то так кажется, что они могут... Но если он не будет двигаться здесь больше никак, то можно его, в принципе, грохнуть. Так, ну что? Будем? Чпунь, и все. Не, он, походу, двигаться больше никуда не собирается. Ладно. Наверное, стоит его убить. Ребят, ну другого варианта нет. Но они его не должны запалить. Блин, опасно, очень опасно. Потому что я говорю, помните, в тот раз они запалили то, что я убил. Не знаю, каким образом, но это так произошло. Ладно, давайте тогда его минусовать. Сейчас он сюда пойдет. Или что будем делать? Нет, тоже туда не вариант бежать. Что, запалили, ребят? Нет? Тут точно больше никого нет? Еще как мне это не... А, точно был. Сигналку надо отключить. Отлично. Так, вот этого дальше можно минусовать. Тяжи на закупку оставить. Хотя нет. Предлагаю следующее. Там есть тяжеловес, который находится в домике. Если нам удастся к нему подобраться, мы... А, вот почему они обнаружили. Вон сюда упал, все ясно. Оттащить его, наверное, нельзя, да? Ну ладно, тогда смотрим сейчас. О, Брена. А, все, смотрели. Вот. Тогда, значит, сейчас мы попробуем... Где он там? А где тот-то, кстати? Я его не отметил, наверное. Ну, для этого нам необходимо еще разочек применить боевой стимулятор. Ну, на всякий случай говорю. Я не хочу, не хочу, не хочу применить. Да, вон он в домике, он там так и стоит. Блин, была бы у нас снайперская винтовка мощная, мы бы сейчас тяжеловеса, ух, замесили. Так, ну что, до сих пор он там в домике стоит. Мне кажется, это нас... Это наш... Шанс. Больше никого не отображен, никого не видно. Ну что, будет он отворачиваться или нет? Сейчас мы попробуем его на ближний бой взять. Да, отлично. Кстати, по навыкам к этому у нас один. Ну тут где-то было, что мы будем двигаться практически бесшумно. Скорее всего, это где-то вот тут, в пауке. Вы будете тише ходить и бегать. Заметно тише. Ну давайте качнем. Отлично. Татуировка не прожглась, потому что у нас костюмчик. Так, а как вы думаете, вот этот чувак не услышит? Пусть это бесшумное убийство.
Иду. И почему приходится спать в этой дыре? Так, ну этот не оборачивается. Тут по-любому нас тоже не увидит. Так, отлично. 50 за них дали, по-моему. Так, ну и последний перчик. У нас он здесь, нахуй. Да, вот он. С той стороны сейчас обойдем осторожненько. 500. 500 опыта нам дали. Отлично, вот. Самое главное, это медведь сделал свою работу также. Большой книжка. Очень нам помог. Плюс, заметьте, мы с вами очень круто прокачались. Во-первых, нам дали... А, мы снес. Я забыл, что мы собираем с тех, кого... Берегитесь контратаки. С тех, кого мы убиваем, мы с них собираем, собственно говоря. Сразу добыть. Ну, где на ближний бой. Так вот. Мы, во-первых, получили 1000 за каждого тяжеловеса. Ну, 500 за каждого тяжеловеса. В общей сумме 1000. Так, боеприпасы. Пополняем всего на 112 долларов. Стрелы и патрон для винтовки. Да, стрелы, кстати, нам бы еще на всякий случай с луком ходить. А здесь мы на 164, конечно, выгода есть. Далее. Так, выходим. Сколько у нас там по деньгам? 3000. Пока мы с вами... В отличной форме. Кстати, сейчас еще надо глянуть. А, у нас есть ли стрелы? Я забыл что-то. Как посмотреть-то? А я не знаю, как посмотреть. А, ну только вот так. А, в общем, снайперские винтовки. Вот она, новенькая. Значит, урон у нее гораздо больше. Но ее только купить можно. Блин, вот что еще вышки бы хотели. А, ну тут, смотрите, у нее хищник по звездочкам-то получше будет. Хм, странно, если сравнить. Так, красненько. А, ну у нее темп огня больше, это медленнее, да? Да, собственно говоря. Так, собственно говоря, да. Ну, это не главное. Тем более, это болтовка. Купить можно, но что-то мне неохота. Так, посмотрим по созданию предметов, сколько у нас там стрел. Спецстрела 0. А, нет, взрывная есть. 8 штук. Так что заживем, ребят, ничего страшного. Погнали. По карте у нас сейчас зелененькое все. Смотрите, мы все здесь захватили. И нам вот быстрое перемещение. Прямо вот сюда. Окей. Окей. Ну что же. Как видите, мы захватили с вами аванпост бесшумно, не, нас не обнаружили, это меня очень порадовало. Какое-то странное место, это, видимо, даже не аванпост. Да, это просто какая-то хижина. Но, блин, нам бы квадроцикл. Ну ладно, я не пойму, сколько нам до туда береть. Это где-то наверху, старый храм там вроде говорили какой-то. Вот. Итак, вперед. Задание там, замечу, по-моему, есть даже аванпостик какой-то. Да, это он. Хм, правда, что это там дымится? Это, видимо, он далеко где-то. А, стоп, 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 мы же приехали, смотрите. Теперь идем за списком. Берегитесь, капитаны. Ага, понятно. Ну что, здорово. Типа мы тут будем ходить так. Отлично. Здесь у нас какой-то зверь. Варан, походу, да? Да, огромный такой. Так, ну что, раз мы здесь свои, будем сейчас с фонариком ходить. Ой, тьфу, с фотоаппаратом. Так, а это что такое? Убейте 3 персоны и найдите доказательства. Блин, ну, неужели мне придется всех как-то перебить? Что, все, что ли? Да не, надо сейчас... А, вот еще. О, так... что это? Мимо толчка сыт. Ну ты идиот вообще. Можно напасть бесшумно, но меня, боюсь, запалят. Сейчас мы оценим лучше всю обстановочку. Отлично. Итак, далее. Блин, чуть F не нажал, осторожней. Вот там тяжеловес. Ух ты, вот тут двое. Это снайперы. Они могут нас засечь. Далее. Пока никого. Но самое главное внизу всех осмотреть. Всех, точнее, обнаружить, так сказать.